Премьер-министр Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в союзном государстве. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым. На сегодняшний день позиции стран сходятся на 70%. Важно понять, в чем отличие по оставшимся 30%. Премьер России согласился с необходимостью полностью прояснить перспективы интеграции. Республиканская акция «Беларусь помнит» расширяет формат. В этом году запланирован молодежный марафон 75. В его рамках участники проедут по знаковым местам областей и соберут полотно с именами героев и Великой Отечественной. Параллельно будет организовано передвижение мобильной экспозиции «Освобождение Беларуси». Акция «Беларусь помнит» обрела популярность и в интернете. Пользователи выкладывают с одноименным хэштегом фотографии своих родственников и ветеранов. К интернет-челленджу подключились также известные белорусские звезды, актеры и спортсмены. Пламя мира продолжает путешествие по Беларуси. Огонь вторых европейских игр принимает северный регион. Первая точка маршрута – Витебск. Здесь огонь побывал даже на предприятии по выпуску кондитерских изделий. Под аплодисменты эстафета прошествовала по территории завода. Поприветствовать пламя мира могли все жители Витебска. Факелоносцы, в их числе именитые спортсмены, известные врачи, общественные деятели, пронесли огонь по улицам города. Праздник продолжится большим концертом. И уже завтра пламя мира будут встречать в Полоцке и Новополоцке.